Я приїхав в Thunder Bay. Здесь напротив Walmart. А здесь Safeway, где я купил донатсы себе. Тут вот напротив дорога идет Thunder Bay Downtown, East or West. I bought me some donuts, some sweets for tonight. Like here donuts, here some apple donuts, here some Thunder Bay donut, I don't know what's that. I like this, that's my special. And this I like to buy sometimes. Вот то, что я накупил, всяких донатов здесь, которые я люблю. Яблочные донаты вот это вот. Это habe mir gekauft so Sachen, die ich mag. Heute Abend zum Tee trinken. Hab genug, aber das für ein paar Tage. Фонтанчик брызгает в лицо. Wasser ist klar bis zu 3 Meter. Water is clear up to 3 meters. О, лодки большие здесь, потому что это самое большое озеро, Lake Superior. И поэтому здесь лодки уже побольше размеров, чем на этих маленьких болотах, где мы были. Die Boote sind hier ein bisschen größer, weil das der See hier ist der größte in Kanada. Der heißt Superior, übersetzt Oberer See. Big ships are coming and going through that gate. I wanna check right now. It's some lighthouse. Это все пшеница, то, что вот Манитоба и остальные провинции производят. Сюда это или загружают, или разгружают, и потом развозят. Я так думаю, здесь поезда подходят, это разгружают,
загружаются на корабли. Эти корабли уходят потом дальше по Канаде или в Америку. Выехал из Тандабия. Вон, какая красота. Just left Thunder Bay. And now I'm going more north. I have to drive the next 3 hours and after that it's dark. And I have to stop somewhere. But it will be colder because we are going maybe 100 kilometers more north. Через 3 часа будет темнеть уже, но мы еще поднимаемся. Дорога ведет сильнее на север, примерно на 100 километров поднимемся еще на север. Через 3 часа где-то буду парковаться, ночевать. Я киваю вместо моего зайчика. Мой зайчик под на реке сели. У моего зайчика под на реке сели. Он не может больше кивать, и поэтому я делаю кивать. Я все вижу вдаль. Там спереди все даль, даль, даль. И горы там спереди. Замолчи, радио. Я горы смотрю. Пойдем на гору. Идем вперед мы. И видим мы, перед нами раскрывается вот такое все. Я вижу всю ширину этого озера. Красная стена. Вот спереди интересно. Вон как падает. А, этот мост. Этот большой мост, который я проезжал. Vorne sehen wir die Brücke, die ich vor ungefähr eineinhalb Monate schon mal aufgenommen habe in meinem Kanal. Da war ich mit Motorrad hier unterwegs. Es hat geregnet. 45 days ago I crossed this bridge with my motorcycle. And now coming back the same way. Ух, какие горки! Ух, полетели мы вниз. Ущелье. У-у-у. Верфлеген. Тиф. Да, это Скиберге. Монтенс. Sonne spiegelt sich auf den Wänden von der и наблюдать за красивым взглядом за окном. Наверное, здесь останусь, заночую. Мне куда торопиться, завтра все равно не успею еще 1100 километров ехать. Завтра за весь день не успею все равно. Поэтому заночую здесь и разделю на 2 дня это все. Завтра пятница, в субботу, короче, приеду туда.
Heute werde ich hier übernachten, weil ich habe immer noch 1100 Kilometer. Либо übernachte jetzt hier, genieße den Blick jetzt und morgen früh fahre ich dann los. Wie schön jetzt hier ist, mache ich gleich Abendessen bei diesem Blick. I will park overnight here. I got nice sunset right now. And it's a beautiful place here. Of course it would be sometimes noisy because trucks are passing this way. Абоним канал Покрем. Совсем. Ну прикольно.